I'm excited to be here tonight. Я очень рад быть сегодня здесь. Bishop Andre and your wonderful family in this city. С епископом Андреем и прекрасной его семьей здесь, в этом городе. Bishop Andre is a powerful man. Епископ Андрей сильный человек. And he has been able to pull me out of Ghana. И он смог вытащить меня из Ганы. Hallelujah. With a strong power. With strong power. Приложив большую силу. If some of you want to sit on stage, if it's allowed. Если кому-то места не хватает в зале, на сцене места есть. Don't stand at the back. Там young people, you can sit down. Молодежь, можете на сцене сидеть. In Korea, we sit on the floor. В Корее мы на полу сидели, ничего. For those standing. Поэтому те, кто стоит. If you are happy. Если вас here. Устраивает, пожалуйста, садитесь, где вот тут вам будет удобно. I want to thank Bishop Andre for inviting me. Хочу поблагодарить епископа Андрея за приглашение. To celebrate with you. То, что я могу быть вместе с вами в эти дни. And to celebrate his birthday also. И что вместе с епископом Андреем отпраздновать его день рождения. Hallelujah. Hallelujah. Wow, a good place to clap your hands. Это правильное место, чтобы аплодировать громче. You can come on stage. На сцену поднимайтесь. Yeah. Место есть. The nearer my God to thee. Amen. Wow. Your church is very exciting and very beautiful. Церковь у вас прекрасная, так здесь здорово. And I'm always excited to see you worshiping the Lord. И я всегда рад видеть, как люди поклоняются Богу. И каждый раз, когда я наблюдаю за тем, как вы поклоняетесь Богу, у меня в сердце одно чувство. Я хочу, чтобы вы по всему миру распространили то, что у вас есть. И я не хочу, чтобы вы только in Ukraine. И я не хочу, чтобы это осталось у вас только здесь, в Украине. Amen. Аминь. I don't want you to keep it only in Ukraine. Я не хочу, чтобы это у вас осталось только в Украине. You have to go to many places where they don't know how to sing and jump and dance for Jesus. Вам нужно ехать в различные места, туда, где люди не знают, как петь, как прыгать, как прославлять Иисуса. Amen. Аминь. Hallelujah. Well, in this time, I'm going to be sharing about how to enter your calling. В этот приезд, в этот раз я буду говорить вам о том, как войти в свое призвание. Amen. Аминь. I have a number of books. I don't know if there are any books here today. Я написал несколько книг. Есть здесь книги мои доступны? But I want you to. Все. I want you to make sure you get some. Но обязательно приобретайте мои книги. I'm excited for Bishop Andre and his son, who's also written a book. Я также очень рад, что епископ Андрей и его сын пишут книги. I wish I could read Russian. Здорово было бы, если бы я мог на русском читать, читал бы их книги. But maybe in heaven I will. Но read может Russian. На небесах по-русски смогу читать на русском. I don't think I can learn it now. It's too late. А вот здесь, на земле, не думаю, что у меня времени хватит его русский выучить. Hallelujah. But I want to share with you about how to enter your calling. Я хочу говорить вам о том, как войти в свое призвание. And the way to enter your calling is to relate properly with the anointed. Способ войти в свое призвание — это установить правильные отношения с помазанником and his anointing. И с его помазанием. To relate properly with the anointed and his anointing. Чтобы иметь правильное отношение, правильный контакт с помазанником и с его помазанием. Amen. Аминь. Say the anointed. Скажите: помазанник, помазанный. The anointed. Помазанный. And his anointing. И его помазание. Yeah. The anointed. Помазанный. Помазанный. И помазание. And his anointing. И его помазание.
Amen. Аминь. Turn with me to Proverbs chapter 18. Давайте откроем книгу Притчей 18 главу. A man's gift makes room for him and brings him before great men. Proverbs 18, verse 6. You want to read it from here? Man's gift makes room. Proverbs 18, verse 6. Притчи 16. Подарок у человека дает ему простор, и до вельмож доведет его. A man's gift makes room for him. Подарок человека дает ему простор. And brings him before great men. И доведет его до вельмож, до великих людей. If you are going to enter your calling, если ты собираешься войти в свое призвание, it means you are going to enter a room where you will operate. Это означает, что ты войдешь в пространство, на котором ты будешь функционировать. And the room that you are going to function in is created by your gift. И это пространство, вот это слово «простор» в этом стихе, это то место, которое ты создаешь своим подарком. So if you are giftless, you will be roomless. И поэтому, если у тебя подарка нет, то и простора нет. If you are giftless, если у тебя подарка нет, дара нет, you will be roomless. Тогда и простора у тебя, вот этого пространства нет. Because it is the gift that makes the room for you to function. Потому что простор тебе, твое пространство обеспечивает твой подарок и дает тебе способность там функционировать. Without a gift, без подарка, you will not have a room. У тебя не будет места. A place. У тебя не будет пространства. A chair. У тебя не будет a seat стула, у тебя не будет места, to occupy, где бы ты мог быть, находиться и действовать. Hallelujah. Amen. We have few of your books okay. presented. Many books after. Много книг потом. How many of you want to enter the room God has prepared for кто you? Кто хочет войти в то пространство, которое приготовил для вас Бог? This room here. Этот зал здесь. This room here. Этот зал. Physically. Физически. And spiritually. И духовно. Is created by the gift that God gave to Bishop Andrew. Был создан посредством дара, который Бог дал епископу Андрею. Everybody lives and functions in a room. Каждый живет и функционирует в каком-то пространстве, в какой-то комнате, and в помещении. Bible is telling us that it is the gift that creates the room. И Библия говорит нам, что твой дар, он создает пространство, на котором ты будешь жить и работать. Today, сегодня I am functioning in a room. Я функционирую в своем пространстве. Where is my room? Где оно, мое пространство? My room even includes Ukraine. Мое пространство включает даже Украину. I'm here, я здесь because of the gift, благодаря дару, not because of my father's name, не благодаря фамилии, которую я получил от отца. I'm not here because of my education, я здесь не благодаря своему образованию. I'm not here because I'm a medical doctor, я сюда приехал не потому, что я врач по образованию. I am not here because of, because I can sing. Я здесь не потому, что я петь могу. I'm here because of a gift. Я здесь благодаря дару. The gift have made an opportunity for me. И этот дар создал для меня эту возможность приехать сюда. Your gift is going to make an opportunity твой for you. Твой дар будет открывать твои возможности. Say amen. Скажи аминь. No, say like this. Amen. Amen. Аминь. Your gift will make a room for you. Твой дар будет создавать твое пространство. Amen. I want you to learn how to say amen. Я хочу, чтобы вы научились правильно говорить аминь. At the end of every book in the Bible is the word
Amen. В конце каждой книги Библии есть слово «Аминь». When you hear the word of God, the proper response is Amen. Когда ты слышишь Божье слово, правильная твоя реакция на это слово — сказать Аминь. Amen. Аминь. Now, the gift is going to bring you before great men. И твой дар поведет тебя к великим людям. Yeah. No, not amen. 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 Yeah. Вот так. Like you are singing. Amen. Как будто бы поешь. Amen. Amen. Yeah. You are going to stand before great men. Ты будешь стоять перед великими людьми. Amen. You are going to stand before very great men. Ты будешь стоять перед очень великими людьми. Amen. Yeah. And it will happen practically. И это произойдет на самом деле. Аминь. Yeah. Your gift makes you to stand before great men. Твой дар приведет тебя к великим людям. If you are giftless, you are hopeless. Если дара нет, то и шансов нет. No, no amen for that. А вот тут что-то аминь не прозвучало. Hallelujah. Hallelujah. Through the gift God has given me, I have stood in many places. Посредством благодаря тому дару, который дал мне Бог, я имел возможность побывать во многих местах. Amen. Аминь. Now I am standing in a room that makes me have crusades. Сейчас я нахожусь в таком пространстве, которое дало мне способность проводить крусейды. In different countries. В различных странах. Far away from where I live. Далеко от того места, где я живу. Amen. Аминь. Without the gift, без дара, it would not be possible. Это не было бы возможным. Yeah. Today we are in 2 weeks' time. I'm continuing a campaign in South Africa. Через 2 недели мы начинаем новую кампанию крусейдов в Южной Африке. It's a 6.5 hours flight from where I live. Это 6.5 часов на самолете от того места, где я живу. And we are having powerful healing campaigns. У нас будет сильная кампания из служения исцеления. With thousands of people in stadiums. Где на стадионах мы будем собирать тысячи людей? It is not because of education. И это не благодаря образованию. But because of the gift. Но это благодаря дару. That has made room for me in different countries. Который готовит для меня это пространство в разных странах. By the end of this seminar. К концу этого семинара. Your gift will manifest in your life. Твой дар проявится в твоей жизни. Amen. At the end of this program, к концу этой конференции, your gift will be manifest to you. Твой дар в тебе проявится. Аминь. 1 Corinthians chapter 12. Первое послание Коринфянам, 12 глава. Verse 7. 7 стих. The manifestation of the Spirit is given to profit everyone. Проявление Духа дается каждому на пользу. Wow. Wow. It says the manifestation of the Spirit is given to profit. Здесь withal. Сказано, что проявление Духа дается каждому на пользу. The manifestation of the Holy Spirit is to benefit you. Проявление Духа Святого для того, чтобы сделать тебе хорошо. To help you. Помочь тебе. To profit you. Дать тебе пользу, принести тебе пользу. It is the manifestation and the gift of the Spirit in my life which is helping me. Проявление Духа Святого, оно помогает мне в моей жизни.
You and I have nothing to give. Нам с тобой, в принципе, нечего дать другим. We are just ordinary people. Мы просто обычные люди. It is only the gift of God. Единственное, что может, is working. Что действительно действует через and нас, so, это дар Божий. So God gives gifts. И поэтому Бог дает дары. And manifestations. Бог дает проявления. Of the Spirit. Духа. To benefit you, для того, чтобы принести тебе пользу. And cause you to stand in important places. Для того, чтобы дать тебе возможность побывать в таких местах, где бы ты сам не смог оказаться. Many people here are going to stand in important places. Многие из находящихся здесь окажутся в важных местах. You are going to stand preaching the word of God. Вы будете стоять и проповедовать там Божье Слово. Not because you are Ukrainian. Не потому, что вы украинцы. But because of the gift of God. Но благодаря дару Божьему. The gift of God. I said the gift of God. Это дар Божий. The gift of the Spirit is given to profit us. Дар Божий, проявление Духа, дается нам для того, чтобы помочь нам, чтобы принести нам пользу. I am profiting because of the gift of God. Я получаю пользу, я выигрываю от того, что в моей жизни есть проявление Духа Святого. I am profiting. Я получаю пользу. I am benefiting. И я получаю себе выгоду благодаря Духу. Аминь. Yes. And you are going to profit also. И вы также будете получать пользу. Number four. Четвертое. The anointing and the gift is given to establish you. Помазание и дары даются для того, чтобы утвердить вас. Romans chapter 1, verse 11. Римлянам 1 глава, 11 стих. For I long to see you, ибо that I may impart to you some spiritual gift to the end that you may be established. Ибо я весьма желаю увидеть вас, чтобы преподать вам некое дарование духовное к утверждению вашему. I long to see you. Я очень хочу увидеть вас. I long to see you. Я желаю сильно увидеть вас. I long to see you. Я очень хочу увидеть Why? Вас. Why? Для чего? Почему? Зачем? Why? Для чего? So that I can impart a gift to you. Чтобы я мог передать вам дар. How many want a gift? Кто хочет получить дар? What is going to happen when you have the gift? А что произойдет, когда ты получишь этот дар? The Bible says. Библия говорит. So that you will be established. Чтобы вы смогли утвердиться. Your ministry is being established today. Твое служение сегодня утверждается. How is your ministry going to be established? Благодаря чему твое служение утвердится? Through the gift. Благодаря дару. That is why Paul said, "I long to see you." Вот почему апостол Павел говорит, я очень хочу вас увидеть. So that I can impart a gift to you. Чтобы я смог передать вам дар. When I impart this gift, и когда я вам этот дар передам, you will be established. Вы утвердитесь. Wow. Wow. You know, it is interesting when I see men of God talking about their visions. Знаете, мне очень интересно наблюдать, когда служители Божьи говорят о своем видении. They say, I have a dream. Или там о своих духовных переживаниях. Говорят, я такое видение увидел, такой to сон, this, что я буду делать вот это, this, делать вот это, to do this. Или вот это. I say, wow. Я говорю, вау. For me, для меня, I've never really had a vision у меня никогда не было таких сильных видений, to do anything. Что я буду что-то делать. Yeah. All that God has used me to do, все, для чего Бог использовал меня, has never been planned by me. Это никогда не было запланировано мной. I never intended to start more churches. Я никогда не планировал, что я буду открывать много церквей. My sisters were in Switzerland and they kept on telling me, we want to have the church here. Мои сестры жили в Швейцарии, они говорят, мы хотим, чтобы здесь у нас была церковь. One day I decided to go and try and start a church. Ну и однажды я решил наконец поехать туда и попробовать открыть церковь. That was the first extra church I started. Это была первая церковь после моей, которую я открыл. To my surprise, it worked. И к моему удивлению все получилось. And I decided to start another one. Я попробовал, ну так может еще одну открыть. And another. Открыл еще одну. And another. И еще одну. And today. И сегодня we have about 1,800 churches. У нас где-то 1,800 церквей. But it was not a plan.
It was not a plan. Но у меня не было плана это делать. It is a gift of God. Это дар Божий. It's something that God was doing. Это то, что делал Бог. Hallelujah. Hallelujah. I never intended to be an author. Я никогда не планировал стать автором. Of books. Книг. No. Нет. I just felt God told me write a book. Просто Бог мне сказал, напиши книгу. And I thought, я подумал, just to make God happy. Просто сделаю это просто для того, чтобы Бог был доволен. So that he does not kill me for not, чтобы Бог not writing меня the book. Не убил за то, что я не написал. Hey! It is a fearful thing to serve the Lord. Знаете, это довольно-таки, ну, это такой страх тебе дает, когда ты служишь Богу. Many people write books. Многие люди пишут книги. You may be able to sell 1,000. Ну, может быть, люди способны продать 1,000 экземпляров своих. 500. Или 500. Sometimes people buy the books and they don't even read them. Иногда люди покупают книгу какого-то автора и ее никогда не читают. To my surprise. К моему удивлению. Everybody say surprise. Все скажите удивление. I found people reading my books. Я знаю, я узнал, что люди, оказывается, читают мои книги. So somebody read, so I read your book. И человек говорит, я твою книгу читал. Wow. Wow. And I myself am surprised. И меня самого лично это удивляет. At what God has done. Удивляет то, что сделал Бог. With these books. Что люди читают эти книги. It is not my ideas. Это не мои идеи. It's the gift of God. Это дар Божий. You see, the gift of God establishes you. Видите, дар Божий утверждает человека. It makes you great and established. Он делает человека утвержденным, сильным, великим. Anybody who looks established, it is the gift. Каждый, кто выглядит твердо стоящим в жизни, это человек, имеющий дар. Romans 1:11 says, I long to see you. Римлянам 1:11 говорит, я очень хочу увидеть вас, чтобы я смог передать вам дар, so that you will be established. Чтобы вы были утверждены. You will be established. Вы будете утверждены. By the gift of God. Благодаря дару Божьему. Now, in every gift, в каждом даре, с каждым даром, there are things for you that you don't know. Есть то, что с каждым даром есть то, чего вы не знаете. Exodus 34:30. Книга Исход 34 глава 30 стих. The spices of the anointing. The spices of the anointing. Spice in food. Spices. Это как приправы к помазанию. Spices. Приправы. Приправу. Приправу. Приправы. Приправил. Да. 30 глава, 34 стих. The Lord said to Moses, take unto thee sweet spices, stacte and onycha. Read verse 34, verse 35. И сказал Господь Моисею, 34-35 стихи прочитаем. Возьми себе благовонных веществ, это такие сладкие приправы, стакти, ониха, халвана душистого и чистого ливана, всего поровну, и сделай из них искусством составляющего масти курительный состав, стертый, чистый, святой. Wow. Wow. The gift God is giving you is an anointing, and within that anointing are certain spices. Тот дар, который дает тебе Бог, это его помазание, и вместе с ним есть вот эти приправы, есть эти благовония. Yeah. You know, when you buy perfume, there are many things in the perfume. Знаете, когда ты покупаешь одеколон, покупаешь духи, в нем очень много компонентов, очень много составляющих. Sometimes you don't even know what is in the perfume. И ты даже не знаешь, что там входит в состав этого аромата. Точно так же действует Божье помазание. Там есть приправы, там есть благовония в Божьем помазании. И с течением времени ты открываешь то, что есть в этом даре, который дал тебе Бог. С течением времени, I have discovered год за годом моей жизни идут, и я открываю многие вещи, которые есть в этом помазании. God has given to me. В помазании, которое Бог дал мне. Even one of the things is the anointing for leadership. Одна из этих вещей – это помазание быть лидером. Many people are good and anointed, but they cannot lead. Многие люди хорошие и помазанные, но они не могут быть лидерами. Recently,
Недавно, when we were preparing for our crusade in South Africa, когда мы готовились к проведению крусейда в Южной Африке, my pastors met, my advanced team met a man of God. Моя подготовительная команда встретилась с одним служителем, человеком Божьим. Introduced themselves that they were coming to have a crusade. И они рассказали, представились, сказали, что они готовятся к проведению крусейда. When they mentioned my name, когда они назвали мое имя, the man said, "Wait a minute." Человек сказал: "Подождите." And he mentioned my name again. И он снова произнес мое имя. And he said, "I cannot believe what you are saying." Он сказал: "Я не могу поверить тому, что вы говорите." He said some years ago. Он сказал несколько лет назад. Somebody gave me a book. Кто-то дал мне книгу. The book is called "The Art of Leadership." Книга это называется "Искусство быть лидером." The art of leadership. Искусство быть лидером. The man said, "Apart from the Bible, it is the main book that I read." И человек сказал: "Помимо Библии, это первая книга, которую я читаю." My picture is not on my book. I don't know why they put a picture here. Обычно на моих книгах нет моей фотографии. Я не знаю, как она здесь оказалась. Но... So he didn't know who I was. И поэтому человек, который мою книгу читал, он не знал, кто я такой, как я выгляжу. My picture is not supposed to be here. На книге не должно быть моей фотографии. I was surprised. Я удивился. The art of leadership. Искусство быть лидером. You see, you may be anointed, but you cannot lead. Видите, ты можешь быть помазанным, но ты не можешь не иметь способности быть лидером. And you are not strong to lead. И у тебя нет силы, чтобы вести за собой людей. But these are spices. Но это вот эти вот приправы. They are things that are part of the gift. Это то, что входит в состав твоего помазания. Hallelujah. Hallelujah. Some years ago. Несколько лет назад. God anointed me. Бог помазал меня. To preach. Проповедовать. I was in a room. Я находился в комнате. In the middle of the night. Это было посреди ночи. I was listening. И я слушал. To preaching by Kenneth Hagin. Проповедь Кеннета Хейгена. And suddenly. И внезапно. At about 2 a.m. Где-то часа 2 ночи было. Something jumped out of the tape recorder. Что-то просто выскочило с этой кассеты. And entered into me. И вошло в меня. It may sound funny to you. И, может быть, вам это покажется смешным. Я однажды рассказывал это свое свидетельство, и человек сидел на первом ряду и смеялся. But it's not funny to me. Но для меня то, что произошло, оно не смешно. Because I was a student in medical school. Потому что я был студентом тогда медицинского And университета. Something entered into me. И что-то вошло в меня. I didn't know what it was. Я не знаю, что это было. I heard a voice. И я услышал голос. And the voice said, и он сказал: From today, с этого дня you can teach. Ты можешь учить. But I didn't know what it meant. Но я понятия не имел смысла этих слов. Today, сегодня, more than 25 years later, через 20 лет после этого события, I am seeing what was in that gift. Я теперь вижу, что было в этом даре. There were many books in that gift. Потому что в этом даре было много книг. There was a Bible school in that gift. В этом даре была библейская школа. One day I was lying in the mountains. I was in the mountains in Ghana where Bishop Andre came. Однажды я был в горах там в Гане. And the Lord suddenly said, "Do you see that I am building a campus around you?" И Господь говорит: "А ты можешь видеть, как я строю на этом месте вокруг того места, где ты находишься, студенческий городок?" And suddenly I recognized that the Rima campus in Tulsa, Oklahoma, the power to build that campus had come upon me, and I had built another campus. И внезапно я ощутил, я понял, что то способность построить студенческий городок, такой же, как университет Рема в Америке, она сейчас есть у меня, и я построю такой же студенческий городок. Listen, I am getting older in the ministry. Послушайте, я уже становлюсь старше. I am getting more wary of giving reasons for things. Я уже устаю от того, что нахожу причины для разных дел, для разных вещей. Apart from the real reason. Помимо настоящих причин что-то делать. The real reason. Реальная причина. For everything. Всего. Is the gift of the Holy Spirit. Это дар Духа Святого. Yeah. That's the reality. Это реальность. That's the truth. Это истина, это правда. If you want to know the truth, если хочешь знать правду,
There is nothing that we are doing that is really working. Нет ничего того, что мы делаем, чтобы на самом деле срабатывало. It is the power of the Holy Spirit and the gift of God that does whatever we see. Но все, что производит работу, все, что достигает результата, это сила Духа Святого и это дар Божий в тебе. When Catherine Kuhlman, a great healing evangelist, began her ministry, когда Кэтрин Кульман, великая служительница исцеления, евангелист, начала свое служение, she used to give reasons for healing. Она называла, она учила причинам получить исцеление. Steps to healing. Шаги к исцелению. Principles of healing. Принципы исцеления. Ways for healing. Пути к исцелению. As she got older, но потом, с течением времени, когда она становилась старше, she stopped saying all those things. Она перестала говорить, учить все эти вещи. She just said, it's the power of the Holy Spirit. Все, что она говорила, это and сила I don't understand Духа how it Святого. Works. Она говорила, я не знаю, как это работает. Let me tell you, позвольте мне сказать, if you will be a great preacher, если вы станете великим проповедником, if you will come into your real calling, если вы войдете в свое настоящее призвание, it's only by the gift of God. Это все произойдет благодаря силе Духа Святого. Let me explain to you what is happening. Позвольте мне объяснить вам, что происходит. Can you imagine yourself, вы можете представить себя being invited to Guinea? Being invited to Guinea. Что вас пригласили поехать в Гвинею? Can you imagine? Вот вы можете представить себя? That you have been invited to Guinea or Liberia. Вас приглашают приехать в Гвинею или в Либерию. To a town. В город. Deep inside Guinea. Глубоко там на территории страны. Do you think it will happen in your lifetime? Как вы думаете, в вашей жизни такое может произойти? Naturally speaking. Ну, вот если так чисто на жизнь посмотреть. Do you even know where Guinea is? А вы вообще знаете, где Гвинея находится, страна такая? Uh-huh, на карте. So, that is how fantastic it is for me to be standing here and preaching. Это вот настолько же фантастично то, что я сегодня стою здесь и проповедую вам. It's a power. Это сила. Yeah. It's a power. Это сила. Yeah. Or imagine yourself going to another country with 50 cars and trucks and employees, more than 100 people, to go and have a crusade in Lithuania or in Germany. Или представьте себе, что вы человек, живущий в Украине, едете в другую страну, в Литву, да, в Германию, и с вами у вас 50 грузовиков, машин и более 100 человек вашей команды, и вы едете туда и проводите крусейд. Listen, a power has to lift you up. Послушайте, сила Otherwise, должна поднять вас. It cannot happen. Иначе это не произойдет. Imagine the book is you wrote that book, right? Кто написал? Is this Bishop Andre's son? No. Which one? His son. That's him. You wrote that book. Представьте себе. Вот Imagine your book is being read. Антон написал книгу. In Mali. Представь, что твою книгу читали где-то в Мали. Мали, это страна в Африке. На французском языке. By a Malian pastor. Пастор, малиец, читает твою книгу. Wow. That would be a power. Для этого нужна сила. To lift your book from this town, чтобы поднять твою книгу из этого города into Mali. И принести ее в Мали. How many agree that it would take a great power to send his book into Mali? Кто из вас понимает, что для того, чтобы его книга попала в Мали, нужна большая сила? Great power. Большая сила. You see, people don't realize what power is at work for you to be reading my book in Russian. Знаете, in this town. Люди просто не представляют, какая великая сила была задействована для того, чтобы здесь, в Першотравенске, ты читал книгу Дага Хьорда Милса на русском языке. Yeah. You just think of it the other way around. Ты просто думаешь, что все совсем по-другому. And then you will recognize the kind of power and anointing that is right here. И потом ты начинаешь людям советовать, рекомендовать то помазание и силу, которое здесь есть. Imagine, представь, that Zambian pastors, что пастор в Замбии, in the copper belt of Zambia, where? The copper belt. Copper... In Zambia we have the northern part called the copper belt. Северная часть Замбии называется copper belt.
have gathered and inviting you пастора, because they read your book which you've translated into. В этом регионе Копабел в Замбии собрались и решили пригласить Антона Тищенко благодаря тому, что они прочитали его книгу, переведенную на их язык. It's a power. Для этого нужна yeah. сила. Only the power of God can do that. И на это способна только сила Божья. That is the kind of power you are receiving tonight. Вот такую силу ты принимаешь сегодня. Amen. Аминь. I want you to recognize power when you see it. Я хочу, чтобы ты распознал силу, когда она придет. Power is not only falling down like this. Сила — это не то, что ты просто упал под действием, там что-то тебя коснулось, и ты упал. That's a small power. Это маленькая сила. The power to take your book you've written. Но сила взять книгу, которую ты написал, for 10,000, 100,000 people to read it. Чтобы 10, 100 тысяч человек ее прочитали, that's power. Вот для этого нужна настоящая сила. Yeah. Аминь. I want you to value the gift of God. Я хочу, чтобы ты по-настоящему ценил дар Божий. You are asking, how do you enter your calling? И ты задаешь себе вопрос, ну как войти в свое призвание? How do you move? Куда идти? Как двигаться? You are moving nowhere without a gift. Не имея дара, ты никуда не движешься. You are moving nowhere without a gift. Никуда ты не сможешь двигаться без дара. That is why Paul said, "I long to see you." Вот почему апостол Павел сказал, я очень хочу вас увидеть. So that I can impart a gift to you. Чтобы я смог передать вам дар. So that you will be established. Чтобы вы были утверждены. In the ministry. В служении. In Jesus' name. Во имя Иисуса. Are you there? Вы здесь? Are you sure you are still around? Вы еще здесь? Yeah. I want you to value the anointing. Я хочу, чтобы вы ценили помазание. Yeah. If you don't value the anointing, если ты не ценишь помазание, you will not move into anything great. То ты не сможешь войти во что-либо великое. Hallelujah. Hallelujah. Now, it is important to recognize the anointing. Следующее, важно распознать помазание. Why? Почему? Because many people do not see the anointing. Потому что многие люди просто не могут его увидеть. I believe that I am anointed. Я верю, что я помазан. Why? Почему? Because I cannot do what I'm doing if it was not for the anointing. Потому что если бы помазания у меня не было, я бы не смог делать то, что я делаю сейчас. Yeah. Never. Никогда. Never. Никогда. Where is this anointing? Так где это помазание? The anointing is in you. Помазание в тебе. It is with you. Оно с тобой. But the best of all, но самое лучшее, upon you. Что оно на тебе. Amen. Аминь. Look with me at John chapter 14, verse 7. Давайте откроем 17. Вместе Евангелие от Иоанна 14, read it. John 14, verse 17. Иоанна 14, 17. Very quickly. Very quickly. John 14, verse 17. Иоанна 14, 17. Угу. Read it, please. You read it. Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет. Wow. What is he saying here? He's saying that the Holy Spirit is dwelleth with you. Он здесь говорит о чем? О том, что Дух Святой пребывает с вами, живет с вами. Do you want the gift? Ты хочешь иметь дар? Do you want the gift? Ты хочешь иметь дар? Do you want the gift? Хочешь иметь дар? Do you really want the gift? По-настоящему хочешь? So where is the gift? Так где он? Where is the gift? Где этот дар? It is with an anointed person. It is with him. Он с помазанным человеком. Yeah. Listen, those of you in this church, послушайте, Bishop Andre is anointed, otherwise you wouldn't be in this room. Послушайте, те, кто является членами этой церкви в Першетравенске, the anointing если бы is, епископ Андрей не был помазан, вас бы здесь не было. The anointing is with him. Потому что помазание с ним. Everybody say with. Скажи с ним.
with. Number two, the anointing is in you. Помазание в вас. Это второе. 1 John 2:27. 1 John 2:27. The anointing which you have received of him abideth in you. Помазание, которое вы получили от него, в вас пребывает. Wow. Wow. Say it is in you. Скажи, оно в тебе. Amen. So if you are looking for the anointing, если ты ищешь помазание, it is either with somebody, оно либо с кем-то, or it is in the person, либо в ком-то. Yeah. Да. It's either with somebody, оно либо с кем-то, с каким-то человеком, or it is in the person, либо оно в нем. Yeah. When the people are taking drugs, когда люди принимают наркотики, people who smuggle drugs, те, кто принимал наркотики, it is either with them in a bag. Оно либо у него в кармане, or sometimes they swallow it. Иногда либо он уже его проглотил. They swallow it. Are you with me? Вы со мной? Yeah. So sometimes иногда they search the bag, проверяют, they search their bags, проверяют сумку человека, and they say there's no drugs. Он говорит, наркотиков там нет. Then now at the airport they have X-ray. А сейчас в аэропорту есть сканер, который X-ray. Просвечивает человека. Many airports have X-ray right at the immigration. They have X-ray at the customs. Во многих аэропортах эти сканеры уже yeah. рентгеновские такие, которые просвечивают человека, оно там прямо на таможне, на пограничном контроле. In America there's X-ray at the airport. В Америке есть уже эти рентгеновские установки. If they search your bag and it is not with you, then they say maybe it is in you. Проверяют человека, может он наркотики провозит, в сумке нет, так может они в нем. So they take an X-ray and they say you have swallowed it. Потом говорят, а так ты их проглотил, чтобы перевести. And they give you medicine for constipation and it comes out. И потом человеку дают другие лекарства, и оно выходит из него. Yeah. So it's either with you, everybody say it's either with you. И поэтому оно либо в тебе, все скажите, либо в тебе, с тобой. Or it is in you. Либо в тебе. Now, for the anointing to work, it must be upon you. И теперь для того, чтобы помазание действовало, оно должно быть на тебе. Wow. Wow. Luke 4:18. Луки 4:18. Luke 4:18. Луки 4:18. Jesus said. Иисус сказал, the Spirit of the Lord is upon me. Дух Господень на мне. Upon me. На мне. That is when you start to see the anointing working. Вот тогда, когда Дух Святой на тебе, ты начинаешь видеть, when как помазание is, Божье действует. When it is upon you. Когда Дух Святой на тебе. Wow. Wow. Look at Isaiah chapter 60. Книга пророка Исаии, 60 глава. Исаия 60. Arise and shine, for thy light is come. Восстань, светись, ибо пришел свет твой. For the glory of the Lord is risen upon thee. И слава Господня взошла над тобой. The glory has risen where? Upon you. Слава Господня взошла где? Над тобой. For behold, darkness shall cover the earth, and gross darkness the people. Ибо вот тьма покроет землю и мрак народы. Is there darkness in Ukraine today? В Украине сегодня есть тьма? Is there darkness in the world today? Есть сегодня тьма в мире, на этой планете. But remember what Bishop Andre said, no matter the problems that are going on, the work of God still moves on. Но помните, что епископ Андрей сказал сегодня раньше, that is even не when важно, the anointing... что происходит вокруг, дело Божье будет продолжаться. That is even when the anointing gets stronger. Помазание в такое время даже еще больше усиливается. Look at this, look at the next verse. Everybody, listen, we are reading the Bible. It says, but the Lord shall arise upon thee. Давайте следующий стих прочитаем. И там говорится, а над тобой воссияет Господь. This is when the power of God begins to work in your life. Вот тогда сила Божья начинает действовать в твоей жизни. The Lord так говорит Господь, shall arise Господь взойдет upon над thee. Тобой. Upon thee. Над тобой. Upon thee. Над тобой. And the glory. И слава. That is when the glory. И вот тогда слава shall be seen будет очевидна. On your life. Тогда слава, как здесь сказано, явится, тогда ее будет видно над тобой. Everybody has the Holy Spirit in him. Знаете, в каждом есть Дух Святой. And with you.
и с каждым есть Дух Святой. But there are some people, но есть некоторые люди, on whom Bible says the Lord shall arise upon thee. Над которыми, как Библия говорит, Господь поднялся, Господь взошел, Он над ними. God has risen up upon them. Господь поднялся, взошел над ними. And the glory of the Lord is seen on them. И слава Божья видна над ними. And the Bible says, Gentiles shall come to thy light. И Библия говорит, что язычники придут к твоему свету. And kings shall come. И цари to the brightness к восходящему над тобой сиянию. Of thy rising. К сиянию, которое восходит Hallelujah. Над тобой. Hallelujah. This is what is going to happen to you. Вот что произойдет с тобой. This is what you need. Вот что тебе нужно. This is what you need. Вот что тебе нужно. The Lord shall arise upon чтобы Господь взошел над тобой. The Lord shall arise upon чтобы Господь взошел над тобой. And the glory of the Lord shall be seen upon и thee. Слава Господня была видна над тобой. Вот тогда. The Gentiles, вот тогда язычники, the crowds, толпы, the people, люди, the churches, церкви start to come начнут приходить to you. К тебе. That is when вот тогда the kings, цари, the kings, цари start to come to thy начнут rising. Приходить к тому сиянию, которое восходит над тобой. Listen to me, my dear friends. Послушайте меня, друзья дорогие. Not everybody не каждый has experienced пережил the Holy Spirit, Духа Святого, rising upon you. Который поднимается над ним. Rising. Поднимается над no. ним. Everybody has the Holy Spirit. У каждого есть Дух Святой внутри. That's why you speak in tongues. Вот благодаря чему вы говорите на языках. That's the Holy Spirit. Это Дух Святой. He's in you. Он в тебе. He's with you. Он с тобой. He's either with you, он либо с тобой, or he's in you. Либо в тебе. But when? Но когда, Bible says in Isaiah 60, Библия говорит в книге пророка Исаии, 60 глава, когда Господь поднимается из твоего чрева, из твоей сумки, и Он поднимается над тобой, вот тогда красота, слава Господа будут видны в твоей жизни, в твоем служении. Аллилуйя! That is how to enter the ministry. Вот так ты входишь в свое служение. Is to receive the gift of God. Когда ты принимаешь дар Божий. Now this is where we separate company. This is the crossroads. Вот это перекресток, на котором люди разделяют. 90%, одни идут сюда, другие сюда. 90% of those who want to work for God go this way and 10% go this way. 90% тех, кто хотят служить Богу, идут по этой дороге, а 10% идут по этой. Who are the 90%? Кто эти 90%? The 90% are those who do not recognize that the glory of the Lord is not found in heaven, but is on somebody. 90% это те, кто не разобрался, что слава Господня не где-то на небесах, а на каких-то людях. It's on somebody. На ком-то. And depending on how you relate with that person, и в зависимости от того, какой у тебя контакт, какая связь, какое отношение с этими людьми, you will either frighten away the anointing, ты либо отпугнешь помазание, or you will receive it. Либо примешь его. Yeah. If you think the anointing is just found in heaven, oh God, send your power from heaven если right now. Если ты думаешь, что помазание где-то на небесах, ты говоришь, Бог, пошли твое помазание прямо сейчас. You don't understand. Ты не понимаешь. The Spirit of the Lord is upon me. Что Дух Господень на мне. Jesus said, the Spirit of the Lord is upon me. Иисус сказал, Дух Господень на мне. Luke 4:18. The Spirit of the Lord is upon me. Луки 4:18. Дух Господень на мне. The anointing is upon people. Помазание на людях. Yeah. Да. There is an anointing on me for church planting. Есть на мне помазание, чтобы открывать новые церкви. Otherwise, I could not have churches planted in so many places. Иначе бы я не смог бы это сделать, чтобы у меня столько церквей открылось в разных местах. It's not like a natural gift. Это не является естественным даром. It's not something you do. Это не то, что ты делаешь. Because you learned it. Потому что тебе это нравится. It's a gift. Это дар. Depending on how you relate with the anointed and his anointing. И в зависимости от того, какие у тебя отношения с помазанным и его помазанием, you either receive it. Ты либо это примешь. Or it runs away. Либо оно уйдет от тебя. Yeah. Yeah. Да. You must all learn how to relate with anointed people. Вы все должны научиться устанавливать хорошие отношения с помазанным человеком.
One day, однажды, I had a meeting with some pastors. У меня была встреча с пасторами. And I said, some of you here are going to be made bishops. И я сказал, некоторые из вас будут поставлены епископами. And you're going to have authority. И у вас будет власть. And I said, do you think you should be one? И я спрашиваю человека, ты, как you ты think, думаешь, ты think, один из них? You think? А ты? So I went round. И я так шел по кругу. And I came to one brother. И подошел к одному брату. And I said, you. Я сказал, ты. When this person was over you, когда этот человек был над тобой, when he had authority over you, когда у него была власть над тобой, you always rebelled against him. Ты всегда бунтовал против you него. Always fought him. Ты, ему всегда приходилось бороться с тобой. Every time he took a decision, каждый раз, когда он принимал решение, you criticize him. Ты его критиковал. You fight him. Ты сражался you с ним. Undermine him. Ты подрывал его влияние, его авторитет. Because of that, и из-за этого you have despised authority. Ты уничижил власть. And authority will not be given to you. И тебе власть дана не будет. Yeah. Because you see, if you are under me, потому что если, например, ты подо мной, and you strike me, и ты вредишь мне, ты who is above you, тому, кто над it means, тобой. It means you don't respect what is above. Это означает, что ты не уважаешь то, что над тобой. Why should you be put above? Так почему тогда, по no. какой причине ты должен no. быть поставлен над кем-то? You cannot receive something you fight. Ты не можешь принять то, против чего ты выступаешь, против чего ты сражаешься. You cannot receive something you criticize. Ты не можешь принять то, что ты критикуешь. If I'm preaching to you, если я проповедую and вам, you are criticizing me, и вы меня критикуете, how do you think you will receive something through me? Так, тогда как вы думаете получить что-то через меня? No. Нет. That is why many, I say 90% go this way. Вот почему я говорю, что 90% людей пойдут most в эту сторону. Most of the most anointed people are always criticized. Most anointed people are criticized. Самые помазанные люди получают больше всего критики. Yeah. One day I put on the check on the internet and I saw Benny Hinn and Bonnke. They have made special documentaries about these two people. Однажды я в интернете собирал информацию, и я увидел, что Райнхард Бонке и Бенни Хинн, это вот эти двое, yeah. на них and you find Christians, на них больше всего критики. Люди собирают criticize and fight the подтверждения того, что у них неправильно, и люди прилагают усилия, чтобы uh-huh. критиковать и сражаться с помазанными людьми. Think about it. Подумайте об этом. It takes only a great power. Нужна большая сила. To do certain things. Для того, чтобы делать определенные вещи. Benny Hinn told me. Benny Hinn мне сказал. He said. Он сказал. He wanted to write his book "Good Morning, Holy Spirit." Он хотел написать книгу "Доброе утро, Дух Святой." That book has sold many millions. Эта книга разошлась миллионными тиражами. He said nobody wanted to publish his book. Он сказал. Когда я хотел эту книгу издать, никто не хотел ее издавать. And there was a Lebanese man who was working in a publishing firm. И в одной издательской компании работал один ливанец. The man said, "I want to help my brother." Который принял решение, я хочу помочь моему брату. So he just printed 5,000 for him. И он издал, значит, напечатал 5,000 экземпляров этой книги. To their surprise, к их удивлению, the book got finished. Это тираж разошелся очень быстро. That's what I'm talking about, power. Вот почему я говорю о силе. You see your book? Видишь свою книгу? You can print it and it will be with you in the house. Ты можешь книгу издать и все, где вся, все, единственное место, где эта книга будет, у тебя дома. No one may ever read it. Никто не будет ее читать. Or buy it. No one may ever read it or buy it. Никто не будет покупать, никто не будет читать. But Benny Hinn said, suddenly everybody bought his book. И Бенни Хинн сказал, they printed it again. Так получилось, что весь тираж раскупили сразу. And again, второй then тираж издали. They realized that something was happening. И потом, после третьего тиража, кто-то понял, что что-то происходит. Him. Позвонили Бенни Хинну. You have to rewrite some parts properly. И сказали, тебе нужно немножко подкорректировать, переписать некоторые части, некоторые главы твоей книги. И они помогли ему, заставили Бенни Хинна исправить эту книгу и потом millions. Миллионными тиражами millions. Стали издавать. Миллионными. Yeah, he told me up to today more than 20 years that he's receiving royalties from that book. Он сказал, что сейчас, спустя 20 лет после того, как эта книга была
издана, он до сих пор получает свои комиссионные за продажу его книги. It is power. Вот такая My эта friend, сила. Instead of criticizing anointing, start to recognize that anointing is not in heaven, it's upon people. Вместо того, чтобы критиковать помазание, начни различать помазание в людях, потому что оно не на небесах, а на каких-то людях. Yeah, it's upon. Оно на. Everybody say upon. Скажи на. The Lord shall rise upon. Господь взойдет над. Yeah. Suddenly Внезапно everything changes. Все изменилось. And the glory of the Lord И слава Господня rises upon you. Воссияет над тобой. Yeah. Your whole life depends on how you can relate with an anointed person and his anointing. Вся твоя жизнь зависит от того, насколько ты сможешь установить отношения с помазанным человеком и с его помазанием. Yeah. Yeah. Да. Where the anointing is honored, is not honored, it does not work there. И если помазания на ком-то нет, то у него ничего не получится. Anywhere the anointing is not on, it does not work. Если помазания на чем-то нет, оно не работает. Turn to Mark chapter 6. Давайте откроем Марка 6 главу. Wow. Mark chapter 6. Can you read 1, 2, 3, 4? Марка 6 глава с 1 стиха по 4. Yeah, read on. Оттуда вышел он и пришел в свое отечество, за ним следовали ученики его. Когда наступила суббота, он начал учить в синагоге, и многие, слышавшие с изумлением, говорили, откуда у него это? Что за премудрость дана ему? И как такие чудеса совершаются руками его? Не плотник ли он, сын Марии, брат Иакова, Иосии, Иуды и Симона? Не здесь ли между нами его сестры? И соблазнялись о нем. Иисус же сказал им, не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем, и у сродников, и в доме своем. И не мог совершить там никакого чуда, только на немногих больных, возложив руки, исцелил их. Jesus Christ, powerful, anointed Jesus. Иисус Христос, сильный, помазанный, сам Иисус. Не то, чтобы он не хотел, он не мог совершить там чудеса. Aha. Now he explained. И тут он объясняет. He said, он говорит, a prophet is not without honor, except in his own house. Не бывает пророка без чести, кроме как в своем собственном доме. Where a prophet Там, где пророк is not honored, the gift that he is carrying does not work. Там, где пророк, где люди не видят того дара, который на нем, этот дар не действует. Yeah. Where he is honored, His gift works. Но пророк, но дар в пророке действует там, где пророка почитают. Yeah. Да. Where he is honored, там, где пророка почитают, his gift works there. Вот там действует дар Where в этом пророке. Not honored, а если пророка не почитают в каком-то месте, it's as if he has no gift. То как будто бы на нем вообще никакого дара нет. That is why вот почему I will always invite Bishop Andre to travel to many places where his gift will be honored. Вот почему я приглашаю епископа Андрея ехать в те места, где его дар почитают. And I will encourage pastors to travel. И я вдохновляю всех пасторов путешествовать. Because in a church, потому что в церкви, a pastor's honor goes like this down. Потому что в своей церкви пастор всегда его жизнь всегда вот так вот движется. Yeah. It's natural. Все естественно. When he stays with you for years, you don't know how great he is. Когда пастор у тебя уже много лет в твоей церкви, yeah. ты уже перестаешь замечать, насколько он великий человек. Yeah. Да. Yeah. When a pastor lives with you, когда пастор постоянно с тобой, you don't realize what a blessing he is. Ты просто уже не осознаешь, насколько огромным благословением он является. When he stands to preach. Когда он выходит и проповедует, ты принимаешь это уже как должное, как само собой разумеющееся. Ты его не почитаешь. Ты его не почитаешь. Yeah. And that is where his gift doesn't work. И вот именно там его дар уже не работает. That is why
Вот почему ministers must travel for encouragement. Служители должны путешествовать, чтобы получать вдохновение, воодушевление для себя. Yeah. Да. You know that in my ministry I've seen the dead raised. Знаете, что я в своем служении видел, как мертвые воскресают? Yeah. The dead. Мертвые. I was with him. Я был с епископом Ричардом. Yeah. A lady brought a child. Женщина принесла the ребенка. Child was dead. Мертвого ребенка. She went to the clinic in the afternoon and told her your child is dead. В больницу поехала, где был ее ребенок, ей сказали, твой ребенок умер. Yeah. And she brought the dead child to the crusade. И она принесла мертвого ребенка на крусейд. The power of God moved and the dead child rose up from the dead. Сила Божья совершила свое действие, и ребенок мертвый воскрес. She came with the child. Она приходит с этим ребенком. She came with the child. She came with the child. Принесла ребенка. On stage. На сцену. Crying. Плачет. She said, my child was dead. Говорит, ребенок был мертвый. And I brought my child to the crusade. И я принесла его на крусейд. And the power of God came over my child. Сила Божья сошла на него. Her whole face was wet. Her whole face was wet from tears. Все лицо у нее было в слезах. Yeah. The next day. На следующее. They brought more dead people to the crusade. На следующий день мертвых принесли больше. For me to raise. Чтобы я их воскресил. Yeah. As soon as I arrived. Как только я приехал, told me they're dead are here. Мне сказали, мертвые уже здесь. The sick, больные, the cripples, хромые and the dead, и мертвые. And ambulances. И скорая помощь повсюду. The crusade was filled with ambulances. Все место, где проводился крусейд, было заполнено like машинами скорой помощи. Full ambulance stretched. Их там cripples more than 5,000 cripples. Более 5,000 инвалидов на колясках. Yeah. That's the power of God. Вот это сила Божья. Many people were healed. Многие получили исцеление. The dead man was by the side of the stage covered with a white bedsheet. Мертвый лежал около сцены. Covered with like this. Лежал мертвое тело, покрытое простынями. I should raise him. Ну, я должен был его воскресить from the dead. Из мертвых. Wow. Yeah. But I was very far from my home country. Но я был очень далеко от дома. The further you are from your home, the more the power. Чем дальше ты от дома, тем больше сила на тебе. Yeah. The further. Чем дальше, more power. Тем больше силы. As you get nearer home. Чем ближе ты к дому, the power gets less. Тем меньше силы. Because it is the honor. Потому что все определяется той честью, которую at ты home. Получаешь дома. You would think, people honor pastors. Ты думаешь, что люди почитают пасторов? Not so. Не так сильно. Yeah. One day I met Benny Hinn. Однажды я с Бенни Хинном встретился. I told him, I want to see you, please, for one minute. Я ему сказал, мне буквально нужна минута твоего времени. And I had a private moment with him. И у меня была личная беседа с Бенни Хинном. I was standing by a piano. I was standing by a piano. Я стоял около рояля. And I honored him. I gave him something. Я ему что-то дал, я его почтил. And he told me, he gave me a surprise of my life. И он меня настолько удивил, как я никогда не удивлялся в жизни. He said to me, you are the second person. Он сказал, ты второй человек, who has ever honored me like this. Который когда-либо в моей жизни почтил меня таким образом. I was shocked. Я был шокирован. And he even told me the name of the other person. И он мне даже сказал имя второго человека. Many great anointings are not honored. Многие великие помазанники и помазания на нем не получают должной чести, которую они должны получить. Where the anointing is not honored, it does not work there. Когда нету чести, тогда и помазание не действует. Where it is honored, it works. А помазание действует там, где оно почитаемо. Действует сильно. And as your pastor is celebrating his birthday. И когда ваш пастор празднует свой день рождения, свой юбилей, Friday. Пятницу. There must be great honor for him. Должна быть великая честь оказана ему. Honor. Великая great честь. Honor большая for a great честь person. Этому великому человеку. I can't hear your amen. Я не слышу вашего аминь. I cannot hear your amen. Не слышу вашего аминь. Yes.
anointing is honored, that's where it works. Там, где помазание почитают, там оно действует. Where it is not honored, где его не почитают, it's taken for granted, где его принимают как само собой разумеющееся, that's not work. Вот там оно не действует. My friends, друзья мои, let us know where the anointing is. Let us know where the anointing хочу, is. Я хочу, чтобы мы знали, где помазание. The anointing is with. Помазание с кем-то. It is in. Оно в ком-то. И оно на ком-то. When it rises upon. И когда оно поднимается над кем-то. And the glory. И тогда слава. Begins to be seen. Слава становится очевидной, when тогда ее можно увидеть. Happens, тогда происходят перемены. People begin to see the effects. И тогда все начинают видеть эффект действия этого помазания. What a great blessing. И тогда уже несложно увидеть, насколько великое благословение. И язычники придут. Придут в этот свет. And kings. И цари. Kings. Цари. It's supernatural. Это сверхъестественно. You know, one day God so told me, you are going to meet presidents now. Знаете, однажды Бог мне сказал, ты будешь встречаться с президентами. I've never met a president before. Я никогда не встречался с президентами до этого. From that time, и с того времени I began to meet president. Я начал встречаться. У меня начали происходить эти встречи. And pray for them. Я начал молиться за них. Lead some of them to Christ. Некоторых из них привел к Иисусу. Yeah. Да. Yeah, I've never met. It's supernatural. Это сверхъестественно происходит. Kings shall come. Цари придут. To the brightness of thy rising. К сиянию восходящему над тобой. One day I visited somebody. Однажды я посещал одного человека. And as I was sitting there, the president said to me, this president is my friend. И he я, took the phone and called him. Я сидел с этим человеком, он говорит, вот я знаю вот этого президента. Он набрал его номер телефона, позвонил and ему. He said, Mr. President, there's somebody here I want you to meet. Please speak to him. И он, и он говорит, ты знаешь, у меня тут такой человек, я хочу, чтобы ты с ним познакомился. Пожалуйста, and поговори с ним. And he gave me the phone. И дал мне номер. Suddenly I was передал мне телефон. I was talking to a very, very famous president. И тут, оказывается, ну, ничего до этого не происходило. Тут я говорю с президентом. Это сверхъестественные вещи. It is the gift. Это дар. That makes the difference. Который все меняет. So everybody here. И поэтому каждый, кто находится здесь. Don't look for the gift. Не ищи дара. Look for the gifted people. Ищи человека, имеющего дар. The anointing. Помазание. Is on anointed. Оно на помазанных людях. Yeah. They're carrying it. Они его носят. They're carrying it. Они его носят. Yeah. They're carrying it. Они его носят. They're carrying it. It's with them. Оно с ними. It's upon them. Оно на них. If you can relate well, если у тебя хорошие отношения the с этими blessedness, людьми, то благословение, the blessedness of the transference of spirits will happen to you. Тогда, что в твоей жизни произойдет, это благословение передачи помазания. Oh, yeah. The blessedness, благословение, of the transference, передачи, of spirits, духа, will happen to you, произойдет в твоей жизни. Yeah. That's how come I'm here. Look, вот почему я здесь. Let me tell you. Позвольте мне вам сказать. Do you know when I was in school? Знаете ли вы, что когда я учился, когда я был студентом, I was never appointed even to be a class prefect or assistant class prefect or the one who wipes the blackboard. Мне никогда не поручали никаких ответственных задач, не ставили меня старшим группы или даже помощником старшего группы, даже никогда не поручали с доски вытереть. No one has ever seen leadership on me. Никто даже вообще не видел во мне никаких задатков лидера. From class one, с первого класса, class two, и второй класс, class three, третий, four, четвертый, five, пятый, six, шестой. Secondary school, потом уже в средней школе, from one, с первого класса two, средней школы, второй, three, третий, four, четвертый, five, пятый, lower six, потом дальше уже первый класс старшей upper школы, six. Потом уже I have never been chosen никогда меня не выбирали кем-то. To be anything, никогда никем меня не выбирали. Even an assistant. Даже помощником кого-то. Yeah. No one ever saw. Никто не видел ничего подобного. When I became a Christian, когда я стал христианином, even in the fellowship, даже, no one chose me. Даже в общении братьев и сестер, никто even меня in не, my country, даже в моей стране никто меня никем не выбирал. They don't choose me. То в моей стране меня до сих пор никем не выбирают. Only God chooses me. Only God. Только Бог выбрал меня.
That is going to be your testimony. И это будет и твоим God will свидетельством. Choose you. Бог выберет тебя. God will choose you. Бог выберет тебя. God will anoint you. Бог помажет тебя. Yes. Да. When God chooses you, а когда Бог тебя выбирает, God anoints you. Бог помазывает тебя. You know something? Знаете что-то? I want you to love anointed people. Я хочу, чтобы вы полюбили помазанных yeah. людей. I want you to love. First, you must love your pastor. Первое, кого ты должен полюбить, это твоего пастора. Не говори мне, что ты любишь Бенни Хина, а твоего пастора, епископа Андрея, не любишь. Ой, я Бенни Хина так люблю, а пастора что-то не очень. I want you to love your pastor. Я хочу, чтобы ты полюбил твоего I want пастора. To turn your heart я хочу, чтобы ты обратил твое сердце towards your father. К своему духовному отцу. So that a blessing чтобы благословение will come on your life. Духовного отца пришло Alleluia. В твою жизнь. Do you want that anointing? Хотите получить помазание? Do you want that gift? Хотите получить дар? A gift? What does a gift do for you? Что дар делает для тебя? What does a gift do for you? Что делает дар для тебя? Открывает I can't hear them. I want them to answer me. Я хочу, чтобы вы отвечали, чтобы я слышал. Makes room. A gift does what? Дар делает что? Yeah. How many want a bigger room? Кто хочет, чтобы твое пространство расширилось? Then you need a bigger gift. Что тебе нужен больший дар? Yeah. Да. How many want to stand before great men? Кто хочет стоять перед великими людьми? Then you need a gift. Тебе нужен дар. Yes. And where are you going to get the gift from? Откуда ты этот дар получишь? The gift is on somebody right дар there. Дар на ком-то, кто здесь? Yes. Yes. Turn with me to Galatians chapter 6. Скажи кому-то, Галатам 6 глава. Galatians chapter 6. Galatians 6. Yeah, Galatians. Galatians chapter 6. Галатам 6 глава. Is there a problem? No, no. Galatians chapter 6. Галатам 6 глава. Everybody, listen. This is my last scripture I'm ending. Послушайте, это последнее место писания, на котором я закончу. This is a famous verse. Galatians 6, 6 and 7. Галатам 6 глава, стихи 6 и 7. Это очень известное место писания. Let us all read Galatians chapter 6, verse 7. Давайте все вместе вслух прочитаем Галатам 6, 7. Everybody 6, knows this 6, one. Everybody все, knows Galatians 6, 7. Все, каждый христианин знает Галатам 6, 6. Read it, let's go, ready, go. Давайте прочитаем вслух. Я хочу, чтобы я это слышал. Читаем. Наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. What verse are you reading? Seven. Seven, two. Yeah. Just seven. No, six and seven. No, no, no. Read verse seven only. Давайте прочитаем только седьмой стих. Only не обманывайтесь. Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. You know this one, isn't it? Седьмой стих. This verse is used for curses. Этот стих используется для проклятия. And warnings. Для предупреждения. When somebody wants to warn you, когда кто-то хочет тебя предупредить о чем-то, He will say, "Be careful." Он тебе говорит, будь внимателен. Whatever a man sows, he will reap. Что человек посеет, то и пожнет. Have you not heard it before? Вы это слышали раньше? When people want to warn you, they'll say, "Be careful, be careful." Люди хотят тебя предупредить, говорят, осторожно, осторожно. Galatians 6, 7. Галатам 6, 7. Whatever you sow, you will reap. То, что ты посеешь, то ты и пожнешь. But you see, you have taken that verse out of context. Но понимаете, мы вырвали этот стих из контекста. This verse is concerns honoring God's servant. Но этот стих относится прямым образом к почитанию служителей Божьих. Yeah. Да. Because verse 7 comes after verse 6. Потому что седьмой стих идет после шестого. Galatians 6, 6 says, Галатам 6, 6 говорит, let the one who has been taught honor the one who teaches with all good things. Пусть тот, кто принимает учение, почитает того, кто учит всяким добрым делом, всяким добром.
Then he says, и потом он говорит, whatever a man sows, то, что человек посеет, he will reap it. То он и пожнет. Yeah. Да. So Galatians 6:7 has to do with honoring the one who is teaching you. И поэтому Галатам 6:7 имеет отношение к тому, как ты почитаешь того, кто тебя учит. Да. Listen, on Bishop Andre's birthday, послушайте, в день рождения епископа Андрея 6:6. Вы должны поступить согласно Галатам 6:6. Everybody here who has been blessed. Каждый, кто здесь, кто получил... Bishop Andre, can you stand up, please? Епископ Андрей, можете встать, stand пожалуйста? Up, please. Has this man been a blessing to you? Этот человек был благословением для тебя? Has he been feeding you? Please stand here. Он тебя кормил? Has he been feeding you? Он вас кормил? Has he been leading you? Он вас вел? Has he been praying for you? Он за вас молился? For many years. Много лет. Now, теперь, Galatians chapter 6. Галатам, глава 6, стих 6. Let the one who has been taught, наставляемый словом, in the word, словом, всякий, кто был наставлен словом, honor the one who teaches, пусть почтит того, кто наставлял, того, with кто учил all его, good things. Всяким добром. Аминь. Аминь. Don't sit down, don't sit down. Не надо садиться. He wants to sit down, but I will not allow him to sit. Он хочет сесть, но я ему не разрешу. Amen. Аминь. You see, I am here as a visitor, so I can say it. Видите, я здесь гость, который может говорить такие вещи. Yeah. Да. I'm not afraid of anybody. Я никого не боюсь. Hey. Yeah. You must honor him. Вы должны его почтить. You must love him. Вы должны его любить. You must thank him. Вы должны его благодарить for caring for you. За то, что он Some заботится. Of you will have gone to hell. Некоторые бы из вас уже hell. В аду были. В аду. You would have gone straight to hell. Вы были осуждены if в ад. It was not for your если man of God. Не этот человек Божий. Many pastors are not appreciated. Знаете, многих пасторов просто не They ценят. Are taken for granted. Их принимают как ну, что-то само собой разумеющееся для себя. Till when they are dead. До тех пор, пока этот человек не уйдет из жизни. Nice и люди тогда приходят на похороны и столько хорошего говорят. Вы так поступите? Нет. Is it correct? Нет. Нет, да. Yes, yes. Yeah. That's right. You have to honor him. Вы должны его почтить. So on Galatians 6:6 Sunday, some of you must even buy cars for him. И поэтому, согласно Галатам 6:6, кто-то из вас должен даже машину ему купить. Yeah. Yeah, you buy a car and come and park it in the house. Машину купи, пригони ему к его дому. Yeah. You will say amen. Скажите аминь. Yes. You have to put money in an envelope and honor him. Ты должен деньги в конверт положить, прийти к нему и почтить его. Amen. Аминь. Otherwise, Galatians 6:7 will not happen to you. Иначе Галатам 6:7 с тобой не случится. If you joke with the anointing, если ты будешь шутить небрежно обходиться с помазанием, тогда Бог то помазание, которое предназначалось для тебя, пойдет в другое место. Посмотрите, как я сюда приехал. Вы просто не представляете, многие из вас, как это далеко сюда добираться. И вместо того, чтобы проповедовать там в Гане, я так далеко приехал. Потому что and not only for him, all pastors here. И Бог не пошлет вас, если вы его не почитаете. Не только Every его, а других пасторов. Каждый пастор должен почитать других пасторов. Other pastors. Других пасторов. And when you start to respect the anointing, и когда ты начинаешь уважать помазание, you will be amazed. Ты просто удивишься, God will do great and wonderful things. Какие великие и прекрасные вещи He's Бог будет man. Делать для тебя. He is a good man. Он хороший человек. I said he is a good man. Я говорю, он хороший человек. Hallelujah. God bless you, pastor. Бог да благословит тебя, пастор. Where the anointing is not honored, it does not work. Там, где помазание не почитают, там Everybody оно не действует. Here.
Каждый, кто здесь. How many of you want to work for God? Кто из вас хочет служить Богу, делать, трудиться для Бога? Want to work for God? Кто из вас хочет трудиться для Бога? How many want God to use you? Кто из вас желает, чтобы Бог его использовал? Чтобы Бог посылал вас дальше? How many want God to take your book? Кто из вас желает, чтобы Бог взял его книгу, take your words, твои слова, and send them far? И послал их далеко? It is only the power of God. Это только сила Божья that can do that. Способна сделать это. It's only by the power of God that you will ever be invited anywhere. Только благодаря силе Божьей в твоей жизни тебя куда-то пригласят, куда-то позовут. True. Это правда. Это правда. Only. Только благодаря этому. Stand up on your feet. Давайте встанем. Quietly, no movement. Не будем двигаться, давайте все спокойно будем делать. Just stand up. Просто встанем. God's grace is here. Благодать Божья Lift здесь. Your hands right now. Поднимите руки свои прямо сейчас. Lift your hands. Many of us Многие из нас have walked in and around great power, ходили рядом с великой силой, but we don't know what it is. Но мы не понимали, что она здесь. But it's God's power. Но это Божья сила. It's God's grace. Это Божья благодать. Ask God right now. Просите Бога прямо Lord, сейчас. Anoint my eyes, Господь, помажь мои глаза, so that I can see, чтобы я смог увидеть, where the anointing is. Где помазание. It is in me. It is in somebody. В ком оно? It's upon somebody. На ком оно? Cause me to see. Дай мне способность видеть. Cause me to love. Дай мне способность полюбить. To love the anointed. Полюбить помазанных. And his anointing. И их помазание. Open my eyes, Lord. Открой мои глаза, Господь. Touch my heart, Lord. Прикоснись к моему сердцу, Господь. That I might receive. Чтобы я смог видеть. The grace of God. Благодать Божью. Lift your hand right now and ask God to fill you Поднимите with His руки Spirit, сейчас и просите Бога, His power, чтобы Он наполнил вас своим духом, gift, своей силой. Maketh room. Потому что дар room. Открывает простор. I said room. Я говорю простор. Is being created. Сейчас Бог создает пространство for you для вас. In the ministry. В вашем служении. In the ministry. В вашем служении, in the ministry, служении, the Lord is arising upon you. Господь поднимается над вами. The Lord is arising upon you. Господь восходит над вами. Thank you, Jesus. Спасибо тебе, Иисус. Thank you, Jesus. Спасибо тебе, Иисус. The Lord is arising upon you. Господь поднимается. Господь the восходит Lord is над arising вами. Upon you. Господь восходит над вами. The Spirit of the Lord is arising upon Дух you. Дух Господень поднимается над тобой. Mandola makabara dala mandari lebele menene. Oh yes. Oh da. Yes. Da. Yes. Da. Yes. Mandoko morande belele menene menene. Thank you. Спасибо. Thank you. Спасибо. Thank you. Спасибо. Thank you. Спасибо. Thank you. Listen. Послушайте. The Bible says. Библия говорит. There was a woman. Что была женщина. Шунамайте. Шунамайте woman. Женщина. She said to her husband. Она сказала мужу. You see this man of God. Видишь этого человека Божьего? He passes by every day. Он каждый день проходит мимо нас. Let me bring him home. Давай сделаем для него дом, построим для него дом. To eat in my house. Комнату, чтобы он мог кушать в нашем доме. Then one day, и однажды, she said, let me make a table. Она сказала, давай накроем стол. And a room. Давай приготовим комнату. And a bed. Давай приготовим постель. For this anointed person. Чтобы этот помазанный человек. And this anointed man came to stay. И этот помазанный человек пришел, чтобы жить у них. Where the anointing is honored, it works. Там, где помазание почитают, там оно действует. Really, really works. На самом деле, оно действует у тех, and Elijah которые в это верят. Turned and said, "What does this woman need?" И потом Елисей повернулся и сказал, что этой женщине нужно. What does this woman need that only the power of God can do for her? Что этой женщине нужно? Пусть сила Божья сделает для нее это. I don't have a child. Она говорит, у меня нет ребенка.
Позвольте мне сказать вам, сила Божья способна дать тебе ребенка. Elijah told her, 1 year from now, и он сказал, через год с этого дня you receive your child. Ты получишь ребенка. A year from today, через год с этого дня many of you standing here, многие из вас, кто здесь стоит, your life will be completely transformed, твоя жизнь изменится полностью. Into a higher level. Where the anointing is honored, там, где помазание really почитаемо, works. Там оно действует по-настоящему. That is why Jesus said, вот почему Иисус сказал, there were many widows, есть много вдов. In the days of Elijah. Было много вдов в дни Елисея. Only one of them. Только одна из них, had a certain respect for anointing. Только одна из них оказала такое уважение к помазанию. There are many Ukrainians. Есть много украинцев. There are many Christians. Много христиан. There are even many pastors. Даже много пасторов. Not many have a certain love for the anointing. Но немногие имеют такую любовь, такое уважение к помазанию. There are many. Есть много, there were many lepers. Много прокаженных. Only one leper. Но только один был достаточно смиренным, чтобы окунуться в реку. Church, церковь, let's honor the anointing. Давайте будем почитать помазание. Let us accept. Давайте будем принимать. Let us accept. Давайте будем принимать. It is the gift of God. Что это дар Божий. The gift of God. И что дар Божий. Is with certain people. Он с определенными людьми. Let us follow them. Давайте будем следовать за этими Let людьми. Us hold their coats. Давайте будем держать их Let одежду. Us receive the gift. Давайте будем получать дар от них. The gift дар will make room for you. Откроет для тебя простор. Lift your hand and thank God for the new gift that you are receiving. Подними руки и поблагодари Бога за новый дар, который ты получаешь в жизни, everything. В служении, во всем. Yes. This is how you can enter вот так, great calling. Вот так приходит большое призвание. Father, thank you. Отец, спасибо thank тебе. You. Спасибо тебе. Thank you. Спасибо тебе. In Jesus' name. Во имя Иисуса.